Мы всегда рады яркому и радостному летнему периоду, который ассоциируется с отдыхом, теплом и солнцем. Но то, что служит источником радости, зачастую становится фактором риска. Ведь под воздействием солнечных лучей или ультрафиолетовых ламп, любимого женским полом солярия, чаще всего и просыпается меланома – коварный убийца, на долю которого приходится 80% смертности от всех видов онкологии кожи. В Брестской области каждый год регистрируется свыше 100 случаев этого заболевания. Об этом говорили на конференции, посвященной Дню профилактики меланомы. Причина состоит в том, что у нас в коже есть пигментные клетки, которые дают окрас там, от розового до темно-коричневых, темных цветов. И эти пигментные клетки, меланоциты так называемые, их функция состоит в том, чтобы защитить нашу кожу от пагубного воздействия ультрафиолетового или избыточного воздействия ультрафиолета. И вот такой парадокс, эти клетки, которые должны нас защищать, в какой-то момент могут перерождаться, становиться раковыми и становятся очень злокачественными, очень вредными. Врачи подчеркнули, что в порядка 70% случаев в смертельную злокачественную меланому перерождаются безобидные поначалу родинки – пигментные невусы. Трагедия в том, что заболевания чаще выявляют уже на последней, четвертой стадии, когда пациенту остается жить не более 5 лет. До сих пор самая действенная мера предотвращения болезни – это профилактика. Правила очень просты, а награда за их соблюдение несоизмерима. Профилактика здесь заключается в том, что первое, обращать внимание на изменения пигментных образований кожи на своем теле. Если есть какие-то изменения, то есть изменение цвета, изменение размеров, рост, травматизация, воспаление или изменение ощущения присутствия, то на это надо обращать обязательно внимание. Это может быть изменяться какое-то одно образование или несколько образований. Второе. Просто само по себе травматизация образования. Человек где-то поцарапал родинку, она начала кровоточить, воспаляться. Вот на это надо обращать внимание. Опять же, солнечная инсоляция. Это один из самых главных факторов трансформации в меланому. Люди неправильно загорают, не используют защитные средства, загорают особенно вот в обеденный период, когда солнце максимально активно. Если есть сомнения, всегда лучше пройти обследование. Ведь время – это то, пока неизвестное слагаемое в уравнении, которое в зависимости от ваших действий может стать необратимым приговором либо спасительной возможностью жить.